предприниматели коммунальных рынков вышли. Мы первую акцию провели 14 числа, потому что заканчивается договор с действующим директором коммунального предприятия «Запорожрынок». И мы вышли с требованием к мэру, чтобы он продлил этот договор. Мы собрались, потому что мы поддерживаем не требования. Мы хотим, чтобы рынки остались коммунальными в городе, а не частными, чтобы их СИН передал в частные руки. Откуда информация, что они будут переданы? А потому что это творится везде, и не первый раз уже это такое творится. Потому что нам надо наш местный, запорожский. Да, в данном случае я пришел против этого мэра. В течение прошлого года было сокращено, либо насильно уволено около 12 сотрудников «Запорожрынка», не согласных с политикой Метро. Я против того, чтобы руководил рынками человек, который назначен Анисимовым. Пришли сами. А с какой целью? Подивитися. На что? На цей зоопарк. На який зоопарк? Ну, в синей форме. Сепари. Вы никогда милицию не видели? Бачили, але не такого. Я вам могу показать документ. А зачем вы трогаете мою камеру? Это наказуемо. Это наказуемо законом. Да, я ее не трогал вообще. Я подошла к вам по-человечески, спросила, с какой целью вы здесь собрались. Я выполняю свой... Я не хочу говорить, что ты должен... Тут полемику с вами сейчас устраивать. Молодежь, пусть они наделают ошибок, но это будет меньше вреда, чем старые, которые знают, как воровать. Я проверил свое мнение. Я абсолютно уверен. Вы не имеете права соврать.